Казахстане и России хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства. Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства – это достояние наших предков, испокон веков, бок о бок, живших по обе стороны границы, и эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям. Россия и Казахстан не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и мне очень приятно отметить, и хочу поблагодарить Касым Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту тенденцию, эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам. Наши отношения с Казахстаном не ограничиваются в сфере экономики, не ограничиваются только вот этой важнейшей областью сельского хозяйства. Наиболее важным направлением является сотрудничество в сфере высоких технологий. Здесь у нас есть хорошие перспективы, заделы. И в этой связи, безусловно, важнейшим направлением является образование. В области промышленного производства есть и складываются очень хорошие кластеры в области машиностроения, в области сельхозмашиностроения, в области химической промышленности.